Хорошо. Что это такое? Кто это? Девочка, что ты здесь делаешь? А вы кто? Я волшебник. А что, не видишь? Слепая. Вижу, волшебник. Я не знаю, где я нахожусь и как мне вернуться домой. Ты в волшебном лесу, где ветки постоянно. А как мне вернуться к себе домой? Ты должна выполнить моих 3 желания. Откроешь яйцо и окажешься у себя где-то. Да, я согласна. Какое первое задание? Так, первое задание. За 7 секунд мне сюда принести сено. Хорошо, я выполню твое задание. Считай. 1, 2, 3, 4, выполнила. 5, 6, 7. Так. Держи сено. Так, теперь ты должна и смазать его по своему лицу. 10 секунд. Считаем медленно. Ладно. 1, 2, 3. Четыре секунд. А сейчас ты должна опустить ноги в ванну смерти. Смерти. Ладно, я ошибся, там просто говно. Так, ты должна оттуда кинуть большую палку. Давай. Такая годится? Нет, побольше надо. Где я тебе возьму? А, я давно хотел туда палку засунуть. В говно. Так. Промазала. Не промазала. Ты что, будешь кидать туда, что ли, палки? Ну ладно, с тебя хватит. Всё. Открывай свое яйцо. Я дома. Наконец-то! Ура! Надеюсь, что вам понравилась наша история. Мы ее придумали. Надеюсь, вы хорошенечко посмеялись так же, как и мы. Ты, то есть. У тебя были очень интересные задания, Котобро. Шутки. Очень просто здоровенные. Ну а так, надеюсь, всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Да. Пока!